Канал Runenstein 1 представляет каналы. Обрабатывать скрин рекорда компании Samsung. Начнем запись с экрана. Посмотрим, что здесь появилось, проявилось. Ну и вообще, что из этого получится. Итак, задаем в Google. Следующий запрос. Каналы. В Германии. Потом приходим с вами. Правильно. Мы попали тут же на всевозможные каналы телевещания. Я искал совсем другое. Я искал абсолютно совсем другое. А вот мы попали. Все-таки куда нам надо. Итак, перед вами список всех каналов, которые у нас расположены в Германии. Меня интересует вот этот, рядом с которым я живу, который соединяет ту реку, около которой я проживаю. И начинаем читать интересную историю данного проекта. Информация на русском языке, на немецком она особо не отличается, я уже проверял. Итак, идея этого канала — соединить две немецкие реки, Дунай и Рейн, возникла достаточно давно, аж в 8 веке, в 793 году, Карл Великий начал строительство Каролинского канала, который должен был соединить приток Дуная, реку Альтмюль и Швабский Рецат, который образовал Редницу. Вот про Редниц, про эту речку, приток Майна слышал. Ну, в общем, так интересно, но что-то в 8 веке все затухло. И тут в 1836 году в Германии был реализован проект строительства альтернативного водного канала, который получил название Людвигов канал. Ребят, в 1836 году Германии еще не было. Германия у нас появилась вновь на карте в 1870 году после развала Старой Римской империи, Священной Римской империи, в 1705. Все читали, так что вот это предложение, что в эти годы здесь что-то строилось, я верю, сомнительно. Ну что ж, в 1836 начали, в 1746 закончили. Так, за 10 лет прорыли канал длиной 171 километр. Замечательно. Рыли деревянными лопатами, без экскаваторов. Уровень рек был одинаковый, никакие шлюзы не понадобились. И все стало классно. Давайте посмотрим. О! А потом все-таки в 1938, аж по 42, а также в Первую мировую войну, велись дополнительные работы по водным путям в районе Нюрнберга. Ну, замечательно, слушайте. Я вот это читаю, идет война, ресурсов не хватает, все для победы. А тут решили строительством заняться. Ну, что там, копать надо было, землю вывозить, там, собственно, больше ничего не надо, а шлюзы так крестьяне в лаптях строили. Но тут все-таки в 1960 году решили доделать канал. Ну, цифра стоит, 2,3 миллиарда евро зарыли в этот канал, по-моему, так слушайте. Его начали рыть в 8 веке, потом продолжили в 19. Ну, странно, вот опять первая половина 19 века, ближе к 1850 году, чаще 1840, где-то плюс-минус 1-2. Что-то вот начинали везде строить. Все крепости, звезды, все фортификационные строения строились в Германии именно в это время. И приезжали вражеские строители, вот с которыми недавно воевали. Швабы, допустим, бюртемберцы, они воевали с саксонцами и с баварцами, которые были на стороне австрийцев и русских. И тут их инженеры приезжают тут же после войны к ним все строить. Ну, странно вот так вот. А тут вот, смотрите, цифра 60 по 90, 32 года они строили этот канал. Опять тоже, ну, вот долгострой вечный, который не заканчивался. Давайте я вам покажу картинки, что откуда и куда. Высота устья. Давайте посмотрим, открывая в новой таблице. И смотрим здесь, открываем большую-большую картинку. И что мы на ней видим?
ничего странно. Вот так вот. Тут у меня другая карта есть. Ну ладно, хорошо, глядим. В Бамберге начинается канал. И заканчивается в Дитфурт-Андер-Альцмюр. Вот, да, интересно читать немецкий на русском. Перепад высот, заметили, 230-336. 106 метров, грубо говоря, перепад высот. И как вам водичку на 100 метров поднять? А она наверх сама заливается. Или нет? Они же сверху вниз едут. Да, вот сверху вниз вода течет, а если наоборот, снизу вверх. Как же она течет-то? Ну давайте посмотрим с вами профиль канала, как он выглядит сейчас. У нас примерно 18 шлюзов. И вот так они все смотрятся. Вот здесь у нас Дунай, который от канала течет совсем в другую сторону, в сторону Черного моря. А тут в обратку от него в дельте сделали ответвление и отправили в Майн. Итак, с 338 вам надо поднять на 406 метров, а потом опустить на 230. Так у вас, если корабль отсюда без шлюзов будет ехать, он за ближайшие 100 километров, грубо, 120, наберет неплохую скорость, как на санках будете ехать. Ну, учитывая пороги и все остальное, на мель можно взлететь очень-очень быстро. Так, считаем шлюзики-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот те раз. 18 шлюзов в итоге. Это чтобы вам пройти этот канал. А насколько же поднимают? Здесь у нас перепад 11 метров. Здесь у нас перепад всего лишь навсего 8 метров. Следующий 5. 5, 11. Здесь вообще на 22 метра поднимают. Прилично поднимите такую баржу на 22 метра высоту. Шлюз уже должен быть хорошо оформлен. Здесь у нас всего лишь 17 метров подъем. Тут опять небольшой 9. Тут мы скачем снова на 20 метров. 14 метров. Ну, тут мы уже побили рекорд. 25 метров. И тут 25 метров. Вот представьте, это в 8 веке вам надо было прокачать такой объем воды без насосов. Она сама текла, вот вода текет, вы ее поверните, она у вас потечет в любом направлении, без давления, сама по себе. Сильно сомневаюсь, но и вы, наверное, тоже. Итак, первый канал, который мы увидели, мы поняли, что тут с ним что-то не так. Строили очень много лет. По сегодняшним меркам с финансированием не сошлись в конце 20 века. И выявляем, что 2,3 миллиарда за такой канал отвалить. Но я другую цифру видел. Видел 800 миллионов дойчмарок, еще немецких марок, когда марки были в 1992 году. Этот канал продали ИОНу. То есть ИОН сейчас владеет этим каналом, и это его инфраструктура. Ну что, давайте вернемся, посмотрим еще какой-нибудь канал, да? Что-то у меня тут рядом, допустим, есть, нету. Ну, давайте посмотрим. Рейн-Херне. Уходим на Рейн-Херне и смотрим, что у нас там и нахера. Шлюзы, история. Ну, особо-то много не написано, но опять мы идем сюда. Есть у меня соратник Виктор Ив, канал у него. Вот он тоже там говорит, ребят, ну не может быть определенных вещей без определенных деталей. А каких? А шлюзы без подшипника работать не могут, и подшипник нужен специальный, чтобы шлюз открывался, закрывался, гидравлические насосы, водяные насосы. Ну, где они все взяли-то? Итак, в 1906 году, за 8 лет, они отстроили канал. Так, подшипники официально у нас с 1907 года.
906-м, ладно, хорошо, они начали копать, в 14-м они уже сделали подшипники и поставили на все шлюзы. Первоначально канал заканчивался в городе Херни, что отразилось на названии канала. А в 1980-х годах канал был расширен. Ну и что ж они тут расширяли? Судно грузоподъемностью 1300-1350 тонн. Максимальная осадка 2,5 метра. Ребят, ну это канал такой рыть, такие бабки бахивать. 2,5 метра усадка. И что ж там пройдет? Максимальная ширина 9,5. Вот тут-то опять не заладки-то. Карт тоже никаких нету. Ну вот расположение канала здесь есть, но больше ничем помочь не могу. Оберхаузен. Тут этих Оберхаузен в Германии как собак нерезанных. Шлюзы. Давайте посмотрим, сколько тут шлюзов-то. А тут про шлюзы и ничего не нашлюзано. Ладно, какой-то неудачный канал. Давайте посмотрим, что еще. Одершпрей. Давайте посмотрим Одершпрей. Что у нас здесь про это пишут? Канал Германии, Берлине. В районах Дама Шпрейвальд, Одершпрей, земли. Земли Бранденбург. Отлично. Река Дам. Дам это вообще плотина по-немецки. Дама. Заплотинная река. Ну отлично. Длина канала всего лишь 83 километра. Глубина 1,85 на 5 шлюзов. Водоизмещение 750 тонн. Ребята, усадка какая должна быть под глубину 1,85 м. Ну, на байдарках плавать. Ничего страшного. На байдарках тоже можно плавать. Памятник каналу, шлюз, мост и все. Примечание. Словарь географических названий Германской Демократической Республики. И что ж тут-то пишут, а? Вот автор, составители. Посмотрим. Пока открывается. Еще давайте на картинке посмотрим с канала. Вот. Что ж мы тут-то видим? Это беру в сторону, чтобы не мешалось. Вот такая красота. Строил специально для рыбаков. Глубина 1,85 м. Это чтобы здесь сюда ходили. Большие какие-то ножи провозили. Да, особо-то тут много не провезешь. Как ни крути. Ну, на лодочке кататься, развлекаться и строить такое сооружение. Ну да, вон там какая-то баржа стоит. Но усадка. Ну, такие вот ходить будут, но не больше. Итак, мы открыли словарь Главного управления геодезии, картографии при Совете Министров СССР. Словарь географических названий Германской Демократической Республики. И тут у нас написано много чего и всего остального. Но почему-то этот словарик только для ГДР. Лейпциг, Лейпциг. Почему Лейпциг называют по-русски? Это же Лейпциг. Эрфурт, Шверин. Галле. Это Халле. Дрезден. Это Дрезден. Почему не Брезден какой-нибудь? Ну вот, корявит язык. Ну, ничего опять не нашли. Что ж тут за каналами-то? Давайте посмотрим среднегерманский канал. Среднегерманский канал. Откуда до куда? Длина канала всего лишь 325 километров и 700 метров. Замечательно. Перепад высот не дает. Габаритная глубина 3 метра. Ну, вот так вот. А идет отсюда аж до сюда. Приличное, приличное, конечно. Расстояние. Это из ГДР, там контрабандисты продукцию СССР завозили в ФРГ нелегально, ну, после санкций, как обычно. Здесь карта канала можно посмотреть. Вот так канал выглядит, а это мост через него, покрупнее. Канал идет, грубо говоря, из Бранденбурга через Вольфсбург. Дальше ответвление на Эльбе. На Эльбе уходит. Потом он идет аж на Ханновер. Как удобно. Минден, Оснабрюк,
Дортмунд. Замечательно. Это можно грузу возить с Магдебурга сразу на Дортмунд. И все, и транспорт вам другой не нужен. Ни шаг как далеко ж не уедешь. А вот сам мост. Я что-то не понял, что это за мост. Надо, наверное, прибавить. Странная фотография. Тут были кирпичи красные, тут их замазали краской такой половой. Башни странные, выносы, вот эти вот закругления для чего-то. Мост, ну конечно, мост, это для нас сейчас мост. Но раньше я мостом не был. А воды-то я тут что-то не вижу. А зачем тогда мост, если тут сухое поле? Опять что-то не то придумали. Ну, в общем, в таком стиле можно разобрать все каналы. Так что вот это вот видео заливаю на YouTube. Смотрите, размышляйте. В России тоже полно каналов, сам видел в Питере, около Питера. Так что, если у кого есть желание, можете поисследовать и посмотреть. А, это вот, это канал проходит на поле. Я-то думал, в чем тут дело, что за мост, что за хрень? А это канал проходит над полем. Нет, а тут тоже речка какая-то, вот странно. Канал, нет, чтобы не через речку, они пустили над речкой. Это вот, слушайте, надо почитать, когда его строили-то. Открыт был в 1938 году, в 1973-м хороший грузооборот на нем был. А кто строил, как строил? Стоп, подождите, в 1938-м открыли, а по этой фотографии какая-то допотопная конструкция стоит. Ну, это обычное фортификационное сооружение. Вот это башни, тут окошки даже приделали. Странно. Там, наверное, станции насосные внутри стоят, чтобы сюда водичка-то как-то заходила, чтобы кораблики шли. Перепад-то метров так под 10. Ну, ничего страшного. В общем, вот такие вот нюансы по каналам. Каналы также строились по всему миру. Это не только в Германии. Такие каналы по всему миру. То есть, вы можете по каналам пройти куда угодно. В общем, вот так вот на сегодня, наверное, хватит. Смотрите, развлекайтесь, ищите и дерзайте. Мне тут набросал свой небольшой планчик расположения каналов в Европе. Итак, из Германии вы можете совершенно спокойно попасть в Черное море, в Средиземное и в Северное. Каналы позволяют вам также доставлять грузы в Швейцарию, вплоть до Боденского озера. Существует план гидротехнических сооружений по всему миру. Это я вам дал только один фрагмент с определенного участка территории планеты. В следующем видео я хочу уделить более глубокое внимание анализу каналов, для чего они предназначались. Ну, как вы поняли, что непонятно, кто и строил. Описание во всех источниках не соответствует действительности. Но я дам в следующем видео информацию по предназначению каналов в развитии нашей цивилизации. Благодарю вас за просмотр. Оставайтесь на канале, ждите новых роликов, будут обязательно. Поделитесь этим видео с близким человеком. На этом все. Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите комментарии и читайте комментарии. Там иногда умные люди пишут умные вещи. Всем добра!